Последние события в мире вынуждают задуматься, это так только кажется или действительно США начали сдавать позиции? Они договариваются по Сирии, не так давно Обама отменил военный бюджет, в котором предполагалась военная помощь Украине, а к 2017 году было заявлено сокращение 40 тысяч военнослужащих армии США. Неужели Барак Обама под конец своего президентства решил отыграть все-таки премию мира? А как же НАТО? Что будет с блоком, во главе которого стоят миролюбивые Штаты? Своим экспертным мнением с накануне ТВ поделился председатель Союза геополитиков России Константин Сивков. У них положение экономическое таково, что им нужно каким-то образом, с одной стороны, наращивать собственные вооружения, потому что ситуация такая, что они сейчас могут оказаться в положении войны. Дело вкатывается в масштабную войну, не только с Россией, там, но и с другими странами. Поэтому они, соответственно, собираются готовиться, решать задачи наращивания, в первую очередь, до оснащения своих вооруженных сил. Военные расходы нести нелегко. Увеличиваются налоги, и население выражает недовольство. Многие страны НАТО отказываются от своих военных проектов, снижают долю в своих бюджетах на военные расходы. США недовольны, но и они сокращают число военнослужащих и не поставляют современное вооружение той же Украине. Старое поставлять не могут, это их дискредитирует. Да и Украину они проиграли, уверен эксперт. Изменится ли военное поведение США в мире со сменой президента? Если придет другой президент, республиканец, вполне возможно, что он пойдет на какие-то переговоры с Россией. Приход демократов сейчас нам не выгоден, потому что приход демократов будет означать наращивание военной напряженности в мире и с тем, что для них признать поражение, это будет катастрофой для партии. Поэтому они будут продолжать добиваться ту линию, которую вел Обама. Политику президента США определяют не личности, а глобальные интересы транснациональных элит. И интересы эти не изменятся. Сейчас для Америки главная проблема – Сирия. И Америка будет бросать туда все средства – вооружение, военную технику. Потому что нужно сдержать недемократичного Асада. Надо не допустить разгром умеренных боевиков. Но несмотря на все трудности, будущее НАТО вне опасности, уверен эксперт. Будущее блока НАТО сейчас очень сложное. Оно связано с тем, что блок НАТО – это не просто там какой-то блок. Это военная организация всей западной цивилизации, ни много ни мало. Эта военная организация, конечно же, не будет разрушаться. Учитывая тот факт, что западная цивилизация, если она не установит контроль над мировыми ресурсами, это мировое доминирование, просто в том виде, каком мы ее сейчас знаем, рухнет. Они, естественно, принимают меры к тому, чтобы этого не допустить. Поэтому она будет существовать, этот блок НАТО, еще долго, однозначно. Можно не сомневаться. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».